Приветствую вас, дорогие мои. И вот сегодня вот в таком формате я решила снять общий расклад. Общий расклад. Что карты хотят сказать о вас? Да? Что карты хотят сказать о вас, о ваших отношениях? Никогда я не снимала в таком формате, в личном общении. Может быть, вам это понравится больше. Ставьте комментарии. Личные расклады можно заказать. В описании есть номер телефона, куда обращаться. Итак, давайте, что скажут карты о вас. Такой сериальчик посмотрим, да, о вас, о ваших отношениях. Итак, ваша сигнификация, простите. Смотрим, какова ваша сигнификация. То есть, вас какой. И вы сразу тут поймете, ваш это расклад или не ваш. Резонирует или не резонирует. Итак, дорогие девочки, ваша сигнификация. Замерла. Замерла. Старший аркан повешенный. Замерла, застыла. Ничего не предпринимаю. Наблюдаю. И вы знаете, это круто. Потому что я, как правило, это всегда рекомендую. Потому что, ну, совсем-то замирать, умирать-то тоже как бы не надо, да? Ну, всего, скорее, были причины. Ну, кстати, давайте посмотрим, что за причины. Что за причины заставили вас быть вот в таком подвешенном состоянии в этих отношениях? Что за причины? Смотрите, по четверке жезлов. Вообще четыре жезлов – это ранее когда-то имевшийся сильный эмоциональный всплеск, после которого пустота, да, после которого... Вот вообще четверки, они все как бы, несмотря на то, что четыре жезлов – это карта хорошая сама по себе, она все равно говорит о тишине, о последующих последствиях, да, после того, что было там где-то радостно, хорошо, весело, замечательно, бах, тишина, то есть пустота. То есть люди не сумели перевести всего скорее отношения из одной стадии в другую, когда был конфетно-букетный, сами понимаете, чего. Период, да, вот он был, и после него застой. То есть дальше просто вы не знаете, что делать с этими отношениями. Всего скорее это так. Давайте смотреть партнера. Беру другую колоду. Итак, сигнификация вашего партнера. Напомню, мы смотрим ответ на вопрос, что вообще скажут карты о ваших отношениях. Сигнификация партнера. Карта шут или карта дурак ее называют. А я пошел. А я пошел, я веселый и простой, и я довольно молодой. То есть тут разговор о том, что ну, человек либо из этих отношений пошел в новое, либо планирует начать с вами новое, да, мы сейчас посмотрим. А либо сам по себе очень легкий, веселый, простоват. И вот, знаете, не произошло совпадение тех пазлов, когда вы хотите одно. А человек, вам хотелось бы, чтобы тоже хотел то, что вы хотите, а он хочет другое, а он ничего не хочет, он по легкости хочет, он хочет идти налегке, то есть он не хочет брать ответственность за ту ситуацию, которая образовалась между вами. Давайте посмотрим, почему он так себя поставил, по какой причине он вот такой вот, по какой причине. А причина в вас, причина в вас. Вы либо где-то не дотянули, либо перекрутили гайки, передавили ситуацию. Вы знаете, девчонки, бывают такие девчонки, которые очень душные. Вот, пожалуйста, пронаблюдайте за собой, не являетесь ли вы такой душной дамой, которая везде хочет все контролировать, везде хочет прижать мужика к ногтю, везде хочет все про него знать, а во сколько ты придешь, а почему ты вот во столько не пришел. То есть женщина, которая ищет моменты, ищет ситуации для того, чтобы разоблачить своего партнера. Это неправильно. Это неправильно. То есть, вот нежелание брать на себя ответственность за отношения подано с вашей стороны, девчонки. Так что, ну, не знаю, копаемся, не копаемся, но в первую очередь начинайте разбирать себя, свою ситуацию, что у вас в головушке. Ну, хорошо. А теперь давайте берем третью колоду и смотрим, что у вас в отношениях. Ну, я вижу, что тут мужчина, я не скажу, что он вышел. То есть я не скажу, что он вышел. Но с вашей подачи мужчина не берет ответственность за отношения. Почему? Потому что всего скорее вы слишком много хотите контроля иметь, девочки, над этим человеком, над этими отношениями. Видимо, боитесь одиночества, видимо, боитесь упустить, да, партнера. И поэтому вот он не готов брать ответственность, потому что он боится, что так будет всегда. Что вы его просто замучаете, задушите.
Ну, давайте, как сейчас выглядят ваши отношения на момент просмотра? Что сейчас представляют ваши отношения на момент просмотра? Четверка кубков. Это нехочуха. Я ее называю эту карту. Это карта нехочуха. Когда, вот смотрите, все кубки целые, один кубок высшей силы, да, кубки это вообще энергии, даже, ну, любовь это всегда о любви, да, то есть разговор тут у нас о любовных отношениях, естественно, вот, то есть высшие силы подают что-то, на, бери, вот, а вы не берете, ни тот, ни другой, вот так вот, не берете, это разговор о непринятии, то есть вы не принимаете партнера таким, какой он есть, а он не принимает вас такой, какая вы есть. Ну, знаете, давайте с позиции партнера рассматривать ситуацию, а кто захочет, вот вы бы сами захотели, если бы вас постоянно пытались как-то контролировать и что-то насильно, даже где-то, потому что всего, скорее, вы за собой не замечаете, насильно где-то продавить, да, то есть, конечно, человек будет пытаться ускользнуть из этих отношений, пытаться ускользнуть, по крайней мере, может быть, не из отношений, а из подконтрольности, да, вот, и, соответственно, вы не принимаете человека таким, какой он есть, а он не принимает вас на этой позиции, да, то есть, получается, что в отношениях быть люди хотят, а я вижу это по раскладу, но у каждого своя картина мира. Хорошо, давайте, что дальше? Смотрим. Что дальше? Давайте посмотрим, что ушло, да? Давайте посмотрим, что у вас ушло в отношениях. По шестерке пентаклей, к сожалению, хочу сказать, что период взаимопомощи, взаимопонимания и какой-то щедрости со стороны мужчины к вам ушел. Девочки, тут вы передавили ситуацию, передержали, так сказать, своим вниманием человека. Хорошо. А что будет дальше происходить? В каком направлении отношения будут двигаться, да? А вот здесь классно, старший аркан мир, и ваши отношения будут двигаться в сторону примирения. Хорошо, давайте берем опять вашу карту, вашу колоду, вернее, я на трех колодах работаю. Хотите ли вы этого примирения, дорогие мои? Подписывайтесь, кто не подписан. Да, вы готовы, причем сама проявлять инициативу, хотите двигаться навстречу, хотите примириться. Хорошо, а давайте я посмотрю, на каких условиях вы готовы идти на это примирение? Ну вот опять все та же песня, да, как говорится, те же яйки, только в профиль. При условии, что я буду командур, да, иерофантка. То есть вы хотите быть в мужских энергиях, вы хотите держать шишку, вы хотите быть начальником, да, в этих отношениях, только на таких условиях. Я знаю лучше. Здесь такая позиция. Девочки, пересматриваем полностью свои приоритеты, пересматриваем полностью свою картину мира, свою модель отношений. Старая модель ваших отношений уже не работает. Давайте, хорошо. Хочет ли мужчина, партнер, мириться с вами? Хочет ли партнер идти на мировую? Ну, даже если у вас пауза, либо ссора, либо вы просто в холодных отношениях, без разницы. Хочет. По девятке пентаклей вы ему нужны. Да, я этого не скрываю. Вы ему нужны, вы ему ценны, вы для него важны. Девять пентаклей – это классная карта. И именно так он о вас думает. То есть он о вас думает гораздо лучше, чем вы сама себя подаете. Понимаете? Хорошо, а на каких условиях он хочет мириться? Ну, идти вам навстречу, давайте так, да? Если вы перестанете, смотрите, по семерке мечей, если вы перестанете отнимать у него время своими необоснованными требованиями, если вы перестанете его контролировать, если вы перестанете за ним следить. Хорошо. А сможете, беру вашу колоду, а сможете вы выполнить его? Получится ли у вас, ну, давайте в период, допустим, 3 месяца, да, перестроиться? Получится ли у вас перестроиться? Такой, смотрите, у нас расклад, рассуждение получился, да? Получится ли у вас, дорогие, перестроиться? Не получается. Загадный период не получается. То есть, если вы будете пытаться продавливать прежние свои приоритеты в отношениях, да, выстраивать так, как выстраивали раньше,
контролировать, разоблачать и так далее, то тут вы уходите от потенциала этих отношений. Реакция партнера. Смотрим. Реакция партнера на ваше нежелание меняться. Реакция партнера на ваше нежелание меняться. Вот вы знаете, а здесь десятка пентаклей. То есть, смотрите, человек все равно к вам тянется. Человек все равно готов вкладываться в эти отношения. Он просто сейчас включил дурака, потому что вы, ну, еще раз говорю, слишком прессингуете ситуацию, слишком прессингуете. Ну, давайте уже заканчивать. И что же вам советуют высшие силы? Вообще вашей паре. Не именно вам, а что советуют высшие силы вашей паре? Перестать парить в облаках, да, перестать жить иллюзиями. Перестать жить иллюзиями, ставить, обозначать конкретные цели. Хорошо, давайте, вы период загадываете, а я смотрю, как в загаданный период ваши отношения будут продолжать развиваться. Либо не развиваться, да. Рыцарь Пентакли, дождитесь. Возможно, у вас мужчина земной стихии, да, либо просто приедет с каким-то предложением, захочет с вами поговорить, потому что вы важны для него. Это вы тут во многом провоцируете партнера. Да, он захочет поговорить по карте смерти о том, что нужно эти отношения трансформировать. Их нужно сделать другими. То есть, и это то, о чем я вам сейчас говорила. Он всего скорее вам об этом будет говорить. По рыцарю мечей, если вы не примете его предложение, человек обидится. Человек обидится, и всего скорее у вас разговора не получится. Да, человек уйдет в себя по девятке кубков, и, ну, появится у него желание как-то восстановиться после этого разговора, потому что, наверное, с вашей стороны слишком много будет претензий. Хорошо, давайте по поводу этого разговора тогда, раз уж такая тема зашла, будете ли вы высказывать претензии? Да, конечно. Я не просто буду высказывать претензии, за вас говорит карта, я буду воевать. Я буду этого мужика отсекать ему, делать ему секир башка. Его реакция. Девочки, чего как себя ведете? Неправильно. А здесь с его стороны 8 кубков, то есть тут человек будет уходить. То есть я не вижу, чтобы у вас произошло взаимопонимание, переход отношений на новый уровень. Учитывая все происходящее, я надеюсь, вы сделаете правильные выводы, и все у вас получится так, как вы хотели. Пожалуйста, работайте над собой. Обнимаю.